Доброго дня всім учасникам. Радий бачити вас всіх в здравії, здоров'ї. Хочемо розпочати сьогодні знову з приємної новини. Спортсмен чернівецької команди Карпюк Роман відмічає сьогодні свій день народження. Вітаємо його. Щасочка, здоров'ячка, нових літ життя. Значить, для інформації слово надається головному судді. Вітаю вас. З другим туром змагання. Надіюсь, ви результати знаєте, зачитуйте, теряти час не будемо з цього приводу. Не знаю, як не чув з вас, от вас замічання в адрес суддівської колегії, але були нюанси, які хотілося б, щоб вони більше не повторялися. Ну, такої віщі, як взвішування риби, которая была претензия одного из спортсменов, одной из команды о том, что она поймана мне после сигнала финиш. Значит, вы сами понимаете, что судей сегодня и вчера в зоне было 3 человека. Команд не 13, как на чемпионате Украины. А всего лишь 10, почти один судья на 3 спортсмена. Тем не менее, уследить за этим делом, значит, трудно. Самый главный судьи – это вы, спортсмены. У вас на 360 вращаются глаза. Ну, что я хотел сказать, что претензии были на когда? Вот самое, так сказать, нехорошее – это то, что протест не был оформлен. Потому, по одной причине, что я его обошел. Ну это, извините, как-то не совсем по-спортивному. Давайте все-таки относиться толерантно, доброжелательно. Я понимаю, что на бетонке вы друзья, а на водоеме вы соперники. Доброжелательно относитесь друг к другу. Ну, сегодня в новой зоне, на новом участке, новой зоны, судьи по зонам остаются те же, по 3 человека. Постарайтесь сделать завершение сезона для нас всех с вами, участников, праздничным. Не постанете, что ли? Если есть вопросы какие-то, задавайте. Точно так же проверка, прикормка, все это вот для вас не в новость. Новичков тут нету. Даже гостеприимная тернопольская команда и участники, и то уже не новички, уже второй раз. Если нет вопросов, значит, жеребьевку провели, значит, с судьями вместе приготовиться к старту. Так, все, будь ласка, значить, зони повторення то саме, А, Б, С, Д, Е. Будь ласка, по зонах судді зараз вас розглядять, зроблять випускову перевірку. Так, судді, Волинь, Віктор, а тут як деталі?